Ну, в общем, вот очередной проект, но это уже было сделано как раз-таки FunGapple. То есть на веб HTML написан проект, и потом его трансформировали, скажем так, зарапили, окутали какие-то специальные фреймворки. То есть это может быть Corona, это может быть Titan Accelerator, может быть ну, FunGap. Ну, предположим, заходим ту или иную функцию. То есть это все анимация, то есть это все делается, в общем, здесь обычные базовые элементы. Это home, там, скажем, здесь вот можно всякие инструкции к применению, там, предположим, всякие списки, то есть туда-сюда крутится, налево-направо, то есть также можно проиграть видео здесь, допустим, вот все проигрывается. Механизм действия, там, Источников бла-бла-бла. андрогенов, присутствующих Также в его можно на микроокружении full опухолей, screen. при метастатическом кастрационно-резистентном раке предстательной То есть, в железы, общем, что... таким образом работает назад. Ладно, зайдем опять в папку home. Здесь выплывающее меню, как с ним работать. А можно это все вот так вот переходить, допустим. То есть такие же самые функционалы, то есть нажимается. Там видео увеличивается, уменьшается. Что тут можно сказать? В принципе, все здесь понятно, Здесь, здесь не надо было кнопку. Вот кнопки для увеличения. То есть, в принципе, приложение такое элементарно. Они не просили здесь анимацию вот это, чтобы это появлялось. В принципе, не делали. А когда надо, анимация, там это все имеется. Положим. Вот сейчас будет, после этой странички. Такс, такс, такс. То есть все переходит, то есть таким образом работает. В общем, примерно так можно это все закрутить.